Так, сегодня собираем полку для обуви Химнес. Киевская Химнес. Тут у нас инструкция есть. Есть какая-то картонка. Набор всяких саморезов, болтиков. Ну и, собственно, сами запчасти. Бумаги. Да. Ну вот, полка и готова. Тут главное на последнем этапе, когда вставляются вот эти металлические штыри. Главное использовать как раз вот эту картонку, которая в самом начале была. Туда вставляются сперва штыри, и потом верхняя вот эта часть легко надевается сверху. А иначе без этой картонки просто нереально туда их все засунуть.